Внимание всем! В поле движения нет, не стрелять! Мы будем караулить. Понял. Сержант, пополним боезапас. Кайл, за мной, вооружайся. Сержант, жду тебя у двери северного здания. Кайл, за мной. Зайдем внутрь за боеприпасами. Слава Богу! Не высовывайтесь, из здания не выходите. Пополни запасы ко мне. Понял. Браво 6, я Ягуар 4-1. Готов для поддержки с воздуха. Понял, 4-1. Ждите целей. Птички там на подходе. Один дрон, топлива мало. Понял, командир. Тут на станции дрон. Сержант, пометь цели. Надо забирать волка и уходить с точки. Отставить. Мы защитим эту позицию и пойдем воевать дальше. Бросить наживку? Если придется. Право, срочно нужен дрон. Понял, иду. Крыша, скорей! Сюда. Молодец, вперед. Побереги! 06, Ягуар 4-1 над вами. Задание готов. Жду вашей команды. Отходим, Ягуар. Эрик, смотри, как то здание крылзаем. Пометил его лицо. Цель поражена. Стреляем. Неизвестная машина прямо за полем. Луч наведен, стреляйте! Гражданская? Или заминированная? Она едет к нам! Ракета пошла! Там оружие есть? Пометил оружие! Не видел оружие, Кайл! 06, я Ягуар 4-1. На вас с востока идет вражеская техника и пехота. Как поняли? Понял. Зашибись, Кайл! Ракета пошла. Попадание. Понял. Вторая машина. На дороге. В конце улицы. Понял. Вас понял. Ракета пошла. Мимо. Цель победит. Нет попадания. Ягуар, бой готов. Отметим цель. Понял. На борту. Есть. Стреляю. Ракета пошла. Мимо! Луч наведен!
Браво, Ягуар прибыл, готов к бою. Ноль-шесть, я Ягуар 4-1, топливо на нуле, выхожу из зоны боевых действий. Вас понял, 4-1, спасибо за помощь. Что это значит? У него закончилось топливо, мы опять сами по себе. Внимание! Заведи на этих гадов Hellfire! Двухэтажное здание, северо-восток. Не попасть! Надо их снять! Я пойду. Не один же! Эрик, иди с Хадиром. И только безумно потом. Делайте, братья. Идем, сержант. Морпехи, помогите им! Я стар! Там дом с минометом слева. Открывай дверь! Заперто! Подсадьте меня на стену, я впущу вас! Сюда! 06, мы у здания, захожу внутрь! Понял, мы не будем стрелять! Ну, наверх!
Внимание всем! Я Браво 2-6. Все минометы уничтожены. В здании чисто. Собираемся у комплекса. Сестра, там еще бойцы! Поле! Капитан! Ака прорвалась в живое здание! По нам тут из живого здания! Они тут за волком! Быстро, сюда! Защищайте волка! Отряд «Браво» срочно в жилое здание! Отряд «Браво» срочно в жилое здание! Его нет. Пробили стену. Твою мать. Он у них, капитан. Мы его найдем. Хадир, выводи отряд на перекрестке. Бери все, что есть. Да, сестра. Какой план, Фар? Волк сейчас с мясником. Их укроют ячейки в городе. Браво устроит обход, зачистит местные дома. Мои люди вам помогут. Если попытаются уйти в горы, туда только один путь. Дарик Альмоут. Дорога смерти. Люди Баркова бомбили ее при вторжении. Убили тех, кто пытался бежать. Там у перекрестка есть деревня. Я отправила Хадира и его бойцов готовить засаду. Мы с Алексом присоединимся к ним. Займем огневые позиции над дорогой. Будем ждать волка. Там внизу шоссе. Хадир подготовил подкрепление для засады на волка. Тут мы легкая добыча для русских. Да, времени мало. Люди Баркова пойдут на охоту. Он потерял контроль и захочет его вернуть. Стой здесь! Идем. Выйдем на перерез волку. До войны здесь жили люди, слышался смех. Смех – лучшее лекарство. Рассмеши меня. Что общего у агента ЦРУ и собаки? Что? Могут сесть на хвост. Неплохо. По-английски смешнее. Ты и сказал по-английски. Далеко не убирай. Слушаюсь! Хадир занял для нас возвышенность. Мой отец называл Хадира Шабал, мой львенок. А что с ним стало? Он умер, сражаясь. Держи нас в курсе. Алекс, сюда. Хадир ждет нас. Я сказала ему привезти все, что есть. Алекс, посмотри. По 338 Лапуа. Броню берет на 600 метрах. Лично собрал. Возьми, пожалуйста. Шикарный ствол, брат. Защищай ее ценой своей жизни. Она сделает то же самое. Спасибо, Хадир. В самый раз для такой дистанции. Я буду наводчиком, Алекс. Мы теперь братья. Не подведи меня, Алекс.
Ляг, так проще будет целиться. Смотри через прицел. Наведем тебя на цель. Ищи проблески рядом с шоссе. Есть. А теперь настрой приближение. Уже, командир. Какая формальность. Али, иди с остальными. Да, командир. Следи за ним. Увидишь рядом с дорогой моих людей. Да, я их вижу. Они поддержат нас, когда мы атакуем колонну Алькаталы. Роза, поставь цель у автобуса. Тикроми виталам. Лучший кандидат. Вертикальные метки, поправка на дальность. Каждая метка 200 метров дистанции. В укрытие. Дистанция до цели 400 метров. Поднимай прицел на 2 метки вверх. 2 метки, понял. Ветер будет относить пулю от цели. Ориентируйся по флагам. Отводи ствол против ветра. Готово. Стреляй. Мимо. Больше ты ее, Алекс. Есть. Она говорит с тобой, Алекс. Мой брат, твой главный поклонник. Попробуем другую цель, на другом расстоянии. Там дальше синий дом. Видишь его? Это одноэтажный синий дом на западе. Вижу синий дом. Там на холодильнике лежит фрукт. Дистанция 600 метров. Стреляй, когда будешь готов. Попробуй чуть больше вправо. Попробуй чуть больше вправо. Попробуй чуть больше вправо. Слишком низко. Дистанция 600 метров. Попробуй чуть больше вправо. Есть! Теперь он гроза всех фруктов. Спасибо, Хадир. Я Хайвен. Ребята, внимательней. Теперь ты, по идее, пристрелялся. Не забывай использовать окружение. По флагам виден ветер, по ориентирам – дистанция. Понял. Отлично. Теперь наблюдай за шоссе. Они скоро будут. Пока только ветер. Я что-то вижу у работающего насоса. Просто бродячие псы. Наблюдай за дорогой дальше. Волк скоро будет здесь. Одна машина подходит с востока! Поняла. В бой не вступать. Мы засекли машину. Справа. Возможно, волк или его люди. Я их вижу. Справа. Это разведчики волка. Не стреляй. Жди, когда точно попадешь. Али, ты их видишь? Они лезут на крышу! Внимание на крышу, Алекс. Двое, на крыше. Да, я их вижу. Попробуй целиться чуть меньше влево. 400 метров до цели, Алекс. Целься на 2 метки выше цели. Близко, еще левее. Отлично, еще раз. Минус 2 разведчика волка. Али, можешь идти. Хадир изобретателен. Он поручил им готовить ловушку на людей волка. Алекс, прикрой минирующих машину. Убийство волка не гарантирует, что мы получим украденный газ. Верно. А что будет, если ты его не найдешь? Я должен.
Федерат, Сара Чази, Бенделан. Отлично. Теперь укройся и жди сигнала. Чтобы пройти, людям Волка придется передвинуть машину. Жди, пока подойдут поближе, потом подрывай. Командир, вижу колонну на востоке. Ясно. Ну все, сражайтесь как следует, братья. Алекс, тут солдаты Волка. Правая сторона шоссе. Три машины Алькаталы. Понятно. Не стреляй пока, подпустим ближе. Атаковать? Нет, подпустим их ближе. Ближе. Они видят. Они идут к машине. Хадир. Я слежу. Алекс, готовься. Взрывай машину, Алекс. В атаку! Огонь! Они слева от автобуса. Взрывай машину, Алекс. В атаку! В атаку! Огонь! Алекс, слева! Есть! Молодец, Алекс. Атака в автобусе! В автобусе! Есть! Они слева от автобуса! Подкрепление! Кадир, отводи свой отряд назад! Не надо отступать! Давай! Али, назад! Уходи оттуда! Бил! Стреляй в моторы! Останови их! Целься в двигатели, Алекс!
Я перезаряжаю! Минометы! Алекс, снимай их! Следи за дульными вспышками! Вижу. Они мертвы. Алекс, там еще один минометный расчет «Алькатал». Снимай их! Они мертвы. Алекс, там еще один минометный расчет «Алькаталы». Снимай их! Взял на прицел. Чисто, цель поражена. Нет, там еще один миномет. Не вижу цели. Что ты видишь? Вижу. Стреляй, Алекс! Минометчиков снял. Машина с бомбой! Слева, слева! Останови машину, Алекс! Наверное, Волк на подходе. Иначе они бы не засылали войска. Начинай ставить СВУ, брат. Алекс, мы с Хадиром укрепим периметр. Иди в восточный бункер, пополни запасы, чтобы встретить Волка. Алекс, иди в бункер и пополни запасы. Алькатала вернется с подкреплением. Еще взрывчатка, Хадир? Все как и раньше. Враги приближаются, мы их подрываем. Держись подальше. Алекс, капитан Прайс вызывает тебя по рации. Говорит, это срочно. Пожалуйста. Главный, я Эхо 3-1. Алекс, Волк бежал из города. Он направляется Снайпер! К вам, а за ним русские. Главный, есть Лежать! Контакт с противником. Не дайте ему вас увидеть. Понял. Мы идем. Оставайтесь в укрытии. Стреляли со стороны шоссе. Полили
сколько? Ложись! Главный, он направляется есть контакт с противником. Не дайте ему вас увидеть! Понял. Мы идем. Оставайтесь в укрытии! Стреляли со стороны шоссе! Вали его! Он нас снимает по одному. Найди этого снайпера. Его прицел будет блестеть на солнце. Смотри, где блеснет. Ветер поменялся. Ветер усилился. Вноси поправки в прицел. На 4 метки правее. Ищу цель заново. Он меняет позицию. Вот он. Смотри, где блеснет прицел. Он меняет позицию. Он меняет позицию. Есть. Молодец, Алекс. Алькатала собирается на той стороне шоссе. Вдруг это он? Тут будет армия Баркова. Сестра, там дым! Белый дым слева! Алекс, надо остановить их! Пробьем эту броню! Цель 7 в покрышке, так ты их замедлишь! Так держать, Алекс! Когда ждать? У меня в машине есть оружие! Алекс, за мной! Солдат, дверя! Стреляй! Нам нужна помощь! А вот где капитан Прайс? Некогда ждать! У меня в машине есть еще оружие! Солдаты, Алекс, открыты! За мной! Бо!
после того, как я гнида! Я их вижу! В моей машине, Алекс! Враги, близко! Движение! Между домами! В моей машине полно взрывчатки! Очень мощный взрывчатка! Пора ее использовать! Открывай задний борт! Я прикрою! Открывай, Алекс! Русский газ! Да! А теперь мы вернем его Барков! Скорей туда! Кадир, это кто? Я врага! Его же оружие! Что? Если они могут его использовать, то и мы тоже! Сестра, внутрь! Сестра! Отойди! Как ты мог так поступить? У нас не было выхода. Поздно играть по правилам. Нет, так нельзя. Сестра! Сестра! Алекс! Послушай меня. Я украл газ у русских. Чтобы помочь нам. Только помочь! Скажи, Фаре. Скажи ей, Алекс.
пойду первым, проверю, все ли в порядке. Ты будь за мной. Да, папа, хорошо. Умница, дочка. Делай, что скажу, и все будет хорошо. Все, пойдем. Сюда. Идем, солнышко. За мной. Смотри, чтобы русские не летали. За мной. Открой рот, пара, это я. Не вдыхай его. Фара, мы дома! Фара, газ убьет нас! Иди сюда! Хадир! Хадир! Папа! Я слышал бомбы! Я закрыл окна, как ты и сказал. Молодец, Хадир, пока газ не опасен. Идемте со мной на кухню, оба! А где мама? Мне жаль, мальчик мой, но она не придет. Зачем они это делают, папа? Они думают, что мы помогаем повстанцам. Возьми противогаз. А для Фары есть? Я помогу твоей сестре, а ты возьми себе. Вот, возьмите телефоны. Если разойдемся, звоните. Так, мы перейдем мост и уйдем в горы. Там мы будем в безопасности. Идем. А если нас поймают, папа? Тогда вас заберут и посадят в тюрьму. Я не хочу уходить. Так, послушай, я знаю. Мы вернемся, обещаю. Хадир, будь сильным ради сестры, хорошо? Помни о маме и сохраняй холодный рассудок. Тогда мы выживем. Понимаешь? Да, папа. Дети, когда выйдем наружу, будьте рядом, хорошо? Папа! Скорее прячься за мной! Пожалуйста. Тут никого. Тут только мои дети, пожалуйста. Нет! Папа! Бегите! Дерьмо ты сколковое! Нашего ребенка для генерала. Убить его. Эй! Все хорошо. Плохие люди ушли. Смотри, что ты своей ногой. Малолетка сраная. Чертова крыса! Пора снова увидеть папу! Не убежишь, сука! Тебе конец! Здесь ты умрешь! Вот ты! Не уйдешь, сука!
Забей ее! Лешнего фара! Убей его! Лешнего фара! Еще раз! Да! Получается! Помоги! Я сверну твою тощую шею! Не бойся, мы вместе. Давай его обыщем. Он слишком тяжелый. Надо уходить. Идем. Папа? Хороший мой. Тебе надо встать. Я не могу. Не могу пойти с вами. Что же нам делать? Выживать. Любой ценой. Не отступать. Я не достаю до замка. Попробуй его отломать. Сможешь, сестра? Как вы его упустили? Он же размером с тачку. Возьми двоих и прочеши район. Начни с этого дома. Да, командир. Я думаю, руки они нас не видят. Стоим здесь, пока не пойдем. Брат, нам надо идти. Это нечестно. Они убивают всех подряд. Впереди солдат. Рядом, ладно? Так точно. Тихо, сюда идет Виктор. Прочесать местность. Ничего сложного. Женщины, дети. Идут в машину, полный комплект. Готовься. Наложить обстановку. Пошли. Говорит Петя, задание выполнено. Сюда. Я пойду первым. Поверю, как там. Ой.
Помогите! Ты отравился газом? Все нормально. Идем. Телефоном! Не попадись! Не попадусь! Нет! Эй, посмотри! Я нашел реальных! Ага! Сам он и пальцем не пошевельнет! Фигля! Прямо новенький! У тебя же есть пистолет! Но не такой! Мне нужно оружие. Поверь. Как думаешь, что это было? Без понятия. Животное? Не похоже на животное. Сверчок, наверное. Сейчас день, а не ночью поют. Может, газа нанюхать? Может, ты газа нанюхать? Сверчки мерещатся? Вроде вот и оружие. Что бы это ни было. Что за херня? Там девчонка! Эй! Может, ты газа нанюхался? Сверчки мерещатся? Наверное, ничего. Звук оттуда идет. Пошли. Что
Андрей! Ты смогла? Ты смогла? Давай выбираться. Сядем в машину! Я победу! Возьмите его! Пусти! 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 Держи! Так это вы, эти дьяволята, что убили моих солдат. Отлично. Пора! Все в порядке, все в порядке. Где он? Где он? Ушел, Фара. Кадир! Фара! Кадир! Все! Террорист! Хватит, Фара! Где ты? Хватит! Пес, ты паршивый! Это был Кадир. Кадир все украл. Простите, капитан, я не знала, я не знала. Ты не могла знать. Не волнуйся, Фара, мы его найдем. Надо сваливать отсюда! Быстро!